Торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества прошли в Хабаровске. Военное командование, глава региона Михаил Дегтярев и мэр города Сергей Кравчук почтили память героев-дальневосточников и возложили венки к мемориалам. Подробности в следующем сюжете. Утром 23 февраля у штаба Восточного военного округа играет оркестр. Курсанты в почетном карауле у памятника героям-дальневосточникам. В честь воинов, которые сражались на китайско-восточной железной дороге, у озера Хазан, на реке Халкингол и в Маньчжурии, возлагают праздничную гирлянду и живые цветы. Затем военнослужащие отправляются на площадь Славы. Вокруг мемориального комплекса работают кинологи, отвечают за безопасность. Несмотря на праздники и выходные, защитники Отечества всегда на посту. Этот праздник меня вызывает особое чувство. Конечно, я человек военный. Мне приятно в этот день то, что люди подходят, поздравляют, желают всего самого хорошего. Люди понимают о том, что ценность и значимость защиты Отечества и защитников Отечества. У «Вечного огня» глава региона Михаил Дегтярев, мэр города Сергей Кравчук, руководители войск, спасатели и юнармейцы. Минутой молчания они почтили память всех, кто погиб, исполняя свой долг перед Родиной, и возложили цветы к мемориалам. Нам есть кем гордиться. У нас очень много героев и Великой Отечественной войны, и войны с милитаристской Японией, и в локальных конфликтах наши воины-дальневосточники себя проявили с наилучшей стороны. В этот день поздравляют всех военнослужащих, и это не обязательно мужчины. В Хабаровской юнармии, например, из 3000 человек примерно половина – девочки. Это ответственная профессия. Я сама хочу пойти по военной, так сказать, тематике. Это стало моей жизнью. Яна Коробицына, Марина Рожко, Андрей Терехин. Смотри, Хабаровск.